Это просто волшебно. Нет лучшего слова, чтобы описать вечернюю Вену. Нам кажется, что прогуливаясь улицами вечером, городские огни перестают быть просто источниками света, а становятся частью чего-то большего. Во время этой экскурсии вы увидите, как знакомые места преобразуются под покровом ночи. Опера, Хофбург, парламент, ратуша, здания университета в лучах ночной подсветки превратятся в сказочные картинки. Парк аттракционов «Пратер» встретит вас всеми цветами радуги и звонким смехом. С горы Каленберг открывается, казалось бы, стандартный для каждого города вид с горы, но окружающие гору зеленые поля виноградников придают этому месту особую атмосферу. Закончится программа в традиционном венском винном ресторанчике «Хойригере», где вы сможете отведать блюда австрийской кухни и молодое вино, произведенное местными виноделами. Самый лучший сувенир – это яркие впечатления, которые вы получали во время путешествия, и мы готовы их вам подарить. Давайте путешествовать вместе!